Вот такая вот пуля с Первой мировой. Вот. Чё серый за калибр, ты говоришь? Мне кажется, это вообще типа змея, что ли, как. А теперь давайте немножко об этой находке. Да, действительно, Сергей был прав, данная вещь является пулей Минье. Пуля для первых дульнозарядных винтовок, которая имеет коническую выемку в задней части. Данный вариант пули в 1849 году предложил Клод Минье. В зависимости от страны и периода пули системы Минье имели несколько разные характеристики. Например, английская винтовка Enfield, применявшаяся во время Крымской кампании, имели калибр 15 мм. Пуля весила около 34 грамм и с зарядом 4,5 грамма дымного пороха. Разгонялась до 270 метров в секунду. При попадании 30-граммовой пули приносили печальные последствия. Первое боевое применение пули Минье получил во время Крымской войны. Российские солдаты, вооруженные гладкоствольными ружьями, могли вести эффективную стрельбу на дистанции примерно 200 шагов. Войска англо-французской коалиции, благодаря применению пули Минье, могли вести эффективный огонь на дистанции в четверо больше. Существует мнение, что данное обстоятельство послужило одной из причин поражения Российской империи в Крымской войне. Вот такой коротенький очерк я вам предоставил по данному экспонату. А сейчас возвращаемся на корпус.